Включает что? Женскую. Физику. Физика какого рода? Женского рода, да? Он хочет стать физиком. У нас под Москвой образовалось две большие группы. Сирийцев в общей сложности, я думаю, 1008-10 максимум. Они приехали туда еще до войны и работали на фабриках, а потом, когда начались бомбардировки, они не смогли вернуться и обновлять визы, поэтому они остались, подали на статус беженца на временное убежище и привезли своих родственников, детей, жен. Таким образом, мы обнаружили, что существуют дети, которые не ходят в школу, и организовали курс русского языка, куда они могут прийти, учить русский язык, учить математику, какие-то предметы, пока мы совместно с их родителями решаем вопрос о том, чтобы их наконец-то взяли в школу. По Конституции Российской Федерации должны ходить в школу все, образование должно быть доступно каждому, но вот, к сожалению, этого не происходит. Ну, во-первых, то, что меня поразило, когда я первый раз с ними встретилась, они очень хотели учиться, им так было интересно. Потому что знал, космонавт должен быть не только знающим. И я думаю, им хорошо, что они могут сюда прийти, что им есть с кем поговорить, они какие-то их горизонты немножко все-таки расширяются. Может быть, они меньше знают, но они своей добротой привлекают. И вот сейчас наступил такой момент, когда финансирование заканчивается, и курсы могут закрыться, и, соответственно, эти дети останутся без вот этого контакта, этой вот связи между ними и Россией, может больше не быть, несмотря на то, что они живут в нашей стране.